Creo. A preliminary reconnaissance was carried out during the liberation of one of the settlements in the south. In one of the buildings, there were positions of the Russians. The building was deserted at the time of the attack. Perhaps against the background of the hype, the Russians were confused and abandoned their defensive positions. It is possible that they were dressed in civilian clothes. And the Ukrainian army is making slow but steady gains in all directions. The 28th Mechanized Brigade is planting their flag on the outskirts of Kurdyumivka near the Donbas Canal. The assault on the village itself will start soon. Покажіть тих, хто зробить це краще. Штурмовий загін на Курдюмівській дамбі 28 МБР встановлює прапор. Нехай підари бачать і знають, бля, що ми прийдемо за ними. And the Wagner story. Some sources claim that the Russian armed forces has taken control on the Wagner PMC in Syria. The commanders and the officers have been arrested. If true, this is truly a huge development. After Wagner mercenaries shot down 7 Russian helicopters and 1 plane, Russian public asked, how come Wagner have in possession the Pantsir-S air defense system? A source in the Russian Ministry of Defense reports that neither the Ministry of Defense nor Tula machine building plant Sheglovsky Val have sold the Pantsir-S1 anti-aircraft missile system worth more than $14 million to Yevgeny Prigozhin or to some of his companies. Luka, the mediator, with his own vision of what happened on Friday, claims Putin made a decision to challenge Wagner with force. But Luka the Wise managed to get hold of Prigozhin, who wasn't picking up Putin's calls. Я также понял, принято жестокое решение, оно и прозвучало под текстом выступления Путина. Мочить. Я предложил Путину не торопиться. Давай, говорю, поговорим с Пригожиным, с командирами его. На что он мне сказал: слушай, Саша, бесполезно. Он даже трубку не берет, ни с кем разговаривать не хочет. Я спрошу, где он? В Ростове. Я говорю, хорошо. Худой мир лучше любой войны. Не торопись. Я попробую с ним связаться. Он в очередной раз сказал, что это бесполезно. Я говорю, хорошо, подожди. Где-то мы разговаривали, наверное, с полчаса. Потом он меня проинформировал, что на фронте. Помню его слова, ты знаешь, а на фронте, как ни странно, лучше, чем когда-либо было. Я говорю, ну вот видишь, не все так печально. В 11 часов, надо же, чтобы было эти телефоны найти, говорю, как с ним связаться, дай телефон. Он говорит, скорее всего, в ФСБ есть телефон. Мы уточнили, установили. К середине дня целых 3 канала, по которым мы можем разговаривать с Ростовом. Russian propagandist Mardin must have been very impressed by Prigozhin's rebellion that he now has no time for laughter. Russia simply froze in horror, watching this march of rage. It's a rare case in Russia when no one laughs. We have been taught for decades that the main thing is to eat and laugh, judging by the number of stand-up comedians, comedy shows, and everything else. But in the moments when fate is being decided, people don't want to laugh, he said. Было время, ну, пережить, там как-то вот снять стресс. Кто как умеет, как его снимает, не имеет значения. Но никаких даже нервных вот смешков лично у меня не появилось. И у всех людей, с кем я после субботы разговаривал, на лицах не было ни тени улыбки. И, в общем, как-то юмор не заходит. Может быть, это потому, что, ну, в силу возраста я тоже общаюсь с людьми достаточно взрослыми. Хотя нет, мне, в общем, довелось пообщаться и с людьми молодыми. Они тоже, в общем, как-то вот не оценили шутку юмора-то. Редкий случай для России, когда никто не ржет. То есть настолько десятилетий приучали к тому, что главное это жрать и ржать, ну, судя по количеству недоделанных стендаперов, юмористических шоу и всего остального.
Но в минуты, когда, в общем, решается судьба, людям смеяться не хочется. То есть по какой причине Господь Бог избавил нас от страшной судьбы, у меня нет ни малейшего объяснения и даже предположения. Возможно, для нас готовится что-нибудь еще более худшее. Но потом. А в этот раз нет, пронесло. Хотя подошли к самому краешку пропасти, заглянули туда. Ух, на дне там что ж такое? Россия просто замерла в ужасе. Смотрела вот на этот марш ярости, который по какой-то причине там решили назвать маршем справедливости. И в онемении даже не ждала, а просто вот слушала тиканье часов и понимала, как время истекает. Still making excuses to skip your workout. Look at how our soldiers set up a gym in a dugout. Викопали спортзал, все брусья зробили, турні є. Для збільшення нагрузки додаю магазинчики. Боксерська груша. Зробили отак реактивно, гантелька така примітивна, ефективна. Ще типа штангочки з таким з кривим грифом, це як модно в спортзалах. Ось перчаточки, то есть кто захочет побить грушку, выкинуть негативные эмоции, хорошо помогает. The commander-in-chief of the Ukrainian Armed Forces, Valery Zaluzhny. Together with the chief of the general staff of the Armed Forces of Ukraine, Lieutenant General Serhiy Shaptala, they worked at the command and control points of the troops of the North Operational Command. In the area of the group's responsibility, the enemy continues systematic artillery shelling of the border areas of Chernihiv and Sumy regions and uses sabotage and reconnaissance groups. Our servicemen remain vigilant, conduct reconnaissance, and are constantly working to improve their defense capabilities. We are tracking the enemy in the north and are ready to give a worthy rebuff. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day we had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.